Всем здорова, друзья! С вами спикер и Гордон Фримен. Мы должны проходить уровень сложности максимальный, без смерти, и погнали! Окейшки, мы готовы. Так, открываем ветер, мы уже... Нужно будет нырять туда. И погнали дальше. Сейчас вернемся, откроем вентиль и продолжим свой путь. Как у меня с патронами? Да, проблема с патронами, конечно. У нас есть автомат, это, в принципе, неплохо. Но он как-то не очень и точен. Давай же ниже. Так, вот наш вентиль. Так, мне не хватает 2 хп. А вот как раз теперь хватит. Черт возьми, прилетели. Как же я их ненавижу. Так, кончается кислород. Давай на вод. Мне нужен... Ох, успели. Прям в долю секунды. Так, набираем кислороду и ныряем. Мне кажется, там есть внизу нычка. Да, есть, и как раз нужна нам бочка. Так, пополнилось. Ныряем. Так, вылезла одна. Так, обратно. Не, походу не успел. Еще одну нужно. Сейчас еще одну разобьем. А, я думаю, хватит кислорода. О, пошло дело. Они почему не выныриваются? Они, походу, маленько застряли. Воздух. Да, они, походу, маленько застряли. Сейчас их маленько поправим. О, пошло дело. Третьей попытки, все-таки мы их достали оттуда. Так, аккуратненько нужно спрыгнуть. Мне кажется, на эту картонку будет. О, нормально. А вот и гости пришли. Человек там, видимо, испугался даже. Черт возьми, как ненавижу эти штуки. Так, змеи разломим. Так, можно, в принципе, от них уйти, наверное. Так, перепрыгнуть ее. Походу застрял, почка мешает еще. Да выкинь эту фигню. Тут еще их много. И тут довольно много. Так, быстренько собираем, уходим отсюда. Потому что их слишком много. У нас, по идее, есть гренка. И можно гренки использовать. Ах, меня лизун поднял кверху. О, как чудно получилось-то. Так, куда-куда, наверх. Берем КП и гоним быстро, гоним вперед. Меня там еще успевает сфоткать. Это нормально. Так, походу ушли от них. Так, аккуратненько наверх. А у нас все в радиации. В принципе, неплохо вышли оттуда. У нас даже есть еще бронь. Чувак, тебе помочь. Нормально. Так, есть патрончики. Вот то, что нужно. Нас предупредили, что ты здесь. Хорошо, пополнились. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Но я пошел вперед. Тебе удачи. Сейчас у нас будет бомбежка. Ох да, помню, играл в первый раз, я просто был в восторге от этой бомбежки. Но не в восторге от этих маленьких. Они сразу зарылись. И сразу гасим. Кто хорошо прыгнул на меня? Вот засранец какой. Да сдохнет им. Так, разрылся. По звуку можно определить уже. Отходить уже. И тогда гасить. Вот засранец какой. Пойдет, должен сначала повернуться, потом уже прыгнуть должен. Это он уже умертвый.
Реально меня уже достал. Нет, конечно, можно пробовать ломиком. Гораздо проще будет, да, гораздо проще будет ломиком. А нам тут показывают, что случилось. Обычные люди просто. И все. Он просто всосался, как чужой. Так, открылся, и что? Ну, выползай! Прям по морде сразу. Один, второй и третий. Так, походу, зарылись двое. Один уползает. Забили просто в угол. Меня тоже забили в угол. Так, готов. А где третий? Третий, походу, уже давно готов. Так, разрылся там. Разрылся и сразу прыжок. Так, второй. Давай ко мне прыгай. Голубушка, прыгай ко мне. Ух, нормально. Да, с одного удара они хорошо идут. Они реально хорошо идут. Так, у нас один зомби, второй зомби. И нужно как-то пройти. Они, в принципе, не очень-то и уклюжим. Только нужно подальше, потому что они умеют все подряд бросать, кидать. Ну, походу, недовольны. Неуклюжим, можно и омиком их загасить. Только по одному, ребята. Не сразу вдвоем. Ну, готов. Нормально. Просто какой-то рестлинг. Так, где-то разрылся один. Или зарылся. А вот они. Так, один, второй. Так, не вижу. Да, их не ракета, значит, тут они. А здесь ток у нас. Так, спокойно, что за фигня? Решил ползти. Так, нужно аккуратненько здесь пройти. Жесть. Ох, как неудобно-то. Ну, давай, выползай. Так, один, второй. Где третий? Так, готов, ребята. Он, походу, зарылся. И сразу зарылся. Нормально получилось. Черт возьми, эту радиацию! Чувак вылез, как я реально испугался. Так, здесь бочка у нас. Кстати, это мне пригодится, если что. Ну-ка, давай вперед бросим. Пойди, я уже пришел. Так, мы просто уходим подальше, и все. Патроны, конечно, у нас проблемка. Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Спасибо, моя хорошая. Так, у нас тут ничего нету, ни патронов, ничего нету. Не просто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забираетесь и заводите его. Окей, ишки, сама откроешь. Я думаю, мне придется открывать. Ну, погнали, друзья, прокатимся. Обожаю этот катер, но управлять на нем, скажу сразу, говно. Хотя вы сами знаете, проходили эту игру не раз. Мы проходим просто максимальную сложность и без смерти. Мне будет интересно пройти, проверить свои силы, свое терпение, выносливость. Ну, хотя это не то, конечно, слово. Так, нужно поднять там кверху. Так, залезем. Давай, давай. Так, есть ракеты, значит, у нас топ-удов здесь есть. Так, вон ползает, вижу. Задница. Давай, давай, поднимайся. Сейчас не разберемся. С этой задницей. Так, какого черта? Просто смотрим прямо и все. О, готово. Вон, выполз уже туда. Ползучий гад какой. Хороший хэдшот получился. Всего лишь один? Я думаю, гораздо больше будет. Водная преграда. Новая глава. И у нас кто-то на катере будет. Так, погоди секундочку. У нас тут есть нычка. Она сверху находится. Так, припарковались. Так, выйдем. Тут у нас обычная вода. Бис. А, мы не сможем. Хорошо, припарковался-то.
Ну, в принципе, пригодится, конечно. 24 патрона. Никогда не будет лишних. А тут у нас есть подсказочка, как вижу. Главный герой или главный ведущий. Он прошел сверху только что. Так, здесь пока тоже есть нычка. Сейчас все, посмотрим здесь. Облазим. Мне нужны будут, конечно, патроны. Ну и, конечно, нужна бронь мне. Конечно, можно сделать поярче и почаще бегать, потому что у меня слишком как-то темно. О, ребята пришли. То есть я пришел к ребятам. Так, раскидали, нужно от них подальше, потому что реально бочки очень болезненно будет. Так, секундочку, возьмем все-таки омик. Довольно быстро. Спокойно, спокойно. Ох, какой недовольный-то. Прям в задницу тебе. Нормально, готово. Прием, прием, я на месте. А вот и гости. Я ожидал этих гостей. Так, наверх нужно подняться. Ух, и пошла. Так, прилетела вертушка, походу. Она просто пролетела мимо. Так, можно по идее спрыгнуть в воду? Ну-ка, давай-ка, надеюсь, живым останемся. Нормально. Так, все сразу собрали. На дне у нас ничего больше нету. Ну что, погнали дальше, друзья. Взяли патрончики и погнали дальше. Вот трамплишком. Нормально получается. Пока что не очень-то и сложно, скажу. Я просто вспоминаю, куда дальше идти. А так пока что не так уж и сложно. Так, секундочку, он набросал походу что-то. Я не помню, что он что-то набросал. А, все понятно. Одну я разбил уже. А тут нам придется свалить уже и действовать. Так, она спустилась за мной. Так, больше нету. Так, ну-ка не сюда. Реально мешаться будет. А под готовым. О, спустилась. Вот задница какая. Готово. Так, походу еще две осталось. И тогда она поднимается, появляется трамплишка, и мы проходим дальше. Так, хватанули. Так, у нас внизу ничего нету интересного. Походу не вижу. А у нас не хватает кислороду. Ох, успел. Как раз вовремя. Да, получилось рамплишком. И будем пролетать. Так, секундочку, у нас есть знак. Значит, там была нычка, но я как-то пропустил ее. Конечно, фигово. Ну хорошо, погнали. Не пойду уже туда снова. А, тут у нас уже, походу, кислота, радиация и все дела. Да какого черта? Я думал, вот стол будет сбиваться. Так, высаживает. Эх, задница! Будем сбивать! Но хотя бы двоих мы сбили точно. Один остался позади. Так, ребята, отпускается. Двоих зацепили. Просто реально расплющили. Довольно пока что весело. Уровень сложности максимальный, но реально очень весело, друзья. Сейчас вам покажу, потому что у нас уровень сложности максимальный. Как видите, все реально все по-честному. Так, нам нужно вон было справа. Трамплишка. Резкий разворот. Так, дрифтить не умеет. Ох, нормально весь сбивает все. Так, на столб. На мосту. Так, лизуны. Расхочем их. Одни, вторые, некоторых мне здесь нету.
Загрузка прошла, и двигаемся дальше. Нужно найти укромное место уже и закончить серию, друзья, думаю. Так, так, чувак, гасит, гасит. Красиво. Ну, просто реальный экшен. Устроил здесь. Вот так, держи. Свалился. Так, это там можно что-нибудь подобрать? Сейчас лезем, посмотрим. О, нормально. Был автомат, всего 9 патронов. Почему ты мне больше не оставил? Так, секундочку, там у нас, походу, есть что-то сверху еще. А, нет, просто мост. Там у нас ничего нету. Хотя можно туда забраться, кстати. Вот мы и заберемся. Мне нужны патроны, мне нужна, конечно, бронь. Так, есть патроны. Это у нас гренки. Пригодится, конечно же. Так, спокойно. А у нас тут гости. Как мне помнится, были гости, да. Там еще один чувак. У нас, по идее, много гренок. Можно просто гренками закидать здесь все. Нормально встретили. Так, держи гренку. Закроем дверь. И будем просто наблюдать. Это нормальное дело. Так, чувак один сгорел. Дверь закройся. А вот и второй бежит. Походу, меня потерял. Вот нашел сразу же. Так, пополним припасики. Вот задница, я не видел его. Так, это, кажется, не вовремя мне. Иди отсюда подальше. Так, готово. Там довольно их много. У меня не было гренки прям. Секундочку, возьмем, наверное, и забросим сюда прям. Держи, дверь закроем. Там слишком много почек. Нормально раскидали. Походу всем. Так, пополним припасы. Тут у нас ничего нету. Нам дальше. Но там, друзья, будет очень много. Их, я думаю, закончим на эту серию. И уже продолжим в следующей серии.